Здравствуйте, меня зовут Алена Яковлева, мне 17 лет. Я живу в Республике Татарстан, город Набережные Челны. Прочитаю стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. Безумец я, вы правы, правы. Смешно бессмертие на земле. Как смело желать я громкой славы, когда вы счастливы в пыли. Как мог я цепь предубеждений умом свободным потрясать и пламень тайных угрызений за жар поэзии принять? Нет, не похож я на поэта, я обманулся, вижу сам. И пусть как он я чужд для света, но чужд зато и небесам. Мои слова печальны, знаю, но смысла их вам не понять. Я их от сердца отрываю, чтоб муки с ними оторвать. Нет, мне ли властвовать умами, всю жизнь на то употребя? Пускай возвышусь я над вами, но удалюсь ли от себя? И позабуду ли самовластно свою погибшую любовь? Все то, чему я верил страстно, чему не смею верить вновь.